вас, товарищи рыболовы. Сегодняшнего внимания хочу представить вам такой вот огромный воблер. Выпускает его компания Liberty. Называется он Dendy 180F. Воблер имеет, как понятно из названия, 180 мм в длину. Модель плавающая, весит он 66,3 грамма. Просто посмотрите, насколько он огромен. Естественно, под него необходима такая кастинговая мощная снасть. Я бы его отнес бы уже не к мину, а к джеркбейтам, так сказать. Форма приманки, как я уже упомянул, это, в принципе, классический воблер минов, но просто очень больших размеров. Оснащен двумя очень острыми тройниками. Очень качественными. Тройники просто острейшие. Рабочее заглубление данной приманки составляет от 80 сантиметров до 1 метра 30 сантиметров. В принципе, даже можно ловить этой приманкой на более большой глубине, поскольку он создает настолько сильные, так сказать, возмущения в водной среде, что, так сказать, заинтересовавшаяся рыба беспроблемно за ним поднимается даже с 2-метровой глубины. В принципе, проверено лично мной. И, кстати, не стоит пугаться его размера. Удавалось поймать на данную приманку и щуку такую где-то на грамм 400-500. То есть даже такие малявки, грубо говоря, беспроблемно его атакуют. Приманка имеет очень звонкую погремушку, что, естественно, в свою очередь очень хорошо привлекает рыбу. Что касается полетных качеств, летит он просто шикарно. Не знаю, есть ли в нем система дальнего заброса или нет. По-моему, есть. Шарики скатываются в хвостовую часть. И летит он просто замечательно. То есть никаких проблем не составит даже очень жестким, не особо, так сказать, кидучим спиннингом зашвырнуть его на добрые, так сказать, 40-45 метров. Данная приманка, в принципе, на мой взгляд, подойдет, так сказать, охотникам за трофеями, поскольку, естественно, чем крупнее приманка, тем больше шансов поймать достойную рыбу. Так что могу смело рекомендовать. Воблер действительно хороший, стоит сравнительно недорого. Лакокрасочное покрытие, как видите, довольно-таки хорошее, качественное. Естественно, у меня уже на нем имеется повреждение и от крючков, и от щучьих зубов. Ну, в принципе, не существует, я так, на мой взгляд, приманок, которые, в принципе, не обдирались щучьими зубами. Так что могу смело всем рекомендовать к приобретению. Воблер действительно достойный. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.